Приветствую вас на первом дне нашего марафона на полосатой радуге. Каждые 3 дня у нас будет новое задание, и каждые 3 дня будут посвящены какой-либо чакре и цвету, который ей соответствует. И первый день – это день, посвященный нашей первой чакре, она называется Муладхара, находится она в районе копчика. Я не буду вдаваться в какие-то такие, знаете, сложные терминологии, которые есть в йоге, есть в интернете, везде. Это будет все такими простыми словами, то, как чувствую и понимаю это я, чтобы уложиться максимально в короткое время. Первая чакра, она на что она влияет? Это наша материальная составляющая, это наша жизненная энергия. И когда там происходит сбой, мы чувствуем усталость, мы чувствуем, что у нас нет сил, мы чувствуем, что нет какого-то потока, какой-то стопор в жизни, что мы недополучаем чего-то, какой-то энергии извне. И это можно отследить по тому, как не сбываются ваши желания. Это тоже работа первой нашей чакры. Это, если говорить о теле, это заболевания ног, какие-то проблемы с ногами, с коленями, с бедрами, ягодицы, нижняя зона живота. Поэтому, если есть вот какие-то моменты в этой области, то я предлагаю вот эти 3 дня, марафона, свое внимание направить именно на это. Что мы будем делать? У нас с вами цвет чакры красный, поэтому эти 3 дня я вас приглашаю в путешествие к красному цвету для того, чтобы зажечь огонь внутри себя. Вы можете использовать какие-то аксессуары с красным цветом, вы можете использовать красную губную помаду, что-то в макияже, красный шарф, что-то в одежде, заколках. Возможно, вы постелите дома красную скатерть или поменяете постельное белье на красное. Поэтому предлагаю окружить себя вещами красного цвета для того, чтобы усилить энергию этих 3 дней в красном цвете. Вы согласны? И более подробно я сейчас напишу те задания, что важно будет сделать в эти 3 дня.